Привет, меня зовут Олег. Надеюсь, не будет тараканов и пауков, вот это самое главное. Но Илья мне позвонил, сказал, типа, этого не будет, поэтому я и варил. А Передеича тоже, или мы фильм идем потом смотреть? Не, ну змеи не боюсь. Вот именно тараканы, типа, и вот это все мерзость, нечего, противно. Это самый главный страх в жизни. Пауки. Прям вот от внешнего вида прям боюсь. Ну, а все, согласен, кроме пауков. Парашют. Не, кстати. А вообще ожидание, что сам думаешь? Как... Вот именно что будет сегодня? Ну, вообще, честно, даже ну ноль предположений просто. Вообще не знаю, что будет. Ты что думаешь? Я все знаю. Что будет? Я все знаю. Озвучь. Пауки. Ладно, тогда домой поехал, ребят, все. Как думаешь, для чего эти костюмы сзади тебя? На них ваши имена? Не, по-любому что-то будет, а такое, типа, пауки, тараканы, да? Ты же знаешь, все будут пауки? Скажем так. Нет. Фильм сразу, да? Салам алейкум. Привет, привет, пауков уже не будет? Привет. Вы знаете? Ну, в смысле, ты мне говорил, что не будет. Я понял, я все задания сам прописал, но при этом участвую я чисто как дед из игры кальмара буду. Взял за спойлер. Это не дает мне преимущества, если честно, там где-то рандом. Где Андрей? Андрей вроде как погиб. Ой. Андрей! Олег, знаешь, куда все уходит? Там разгрузка пауков идет сейчас. Да ну что вы меня сейчас так напрягаете, а? О, тут даже имена подписаны. Жаль, что половина слилась. Слушай, любимый фильм, у тебя не Человек-паук случайно? А можешь выключить камеру, я хочу? Че за танец был? А? Че за танец был? Просто я почему-то танцевал. Сколько? Настроение хорошее, не вставляйте никуда. У нас есть новый ведущий. Че еще не вставляешь? Я не Павел Воля сегодня ведущий был бы, как странно. Или Исян. Вы бы охуеть, Павел Воля просто уходит. Я выжил шкаф. А я вас уже спрашивала, да? Я вас спрашивал, чат, вам нравится Андрей? Кукошка. Мой поехал. Почему? А что мне делать? Получается, сейчас. Вместо меня. Нет, было бы круто, реально. Вот у меня мечта, чтобы Нагиев провел шоу. Да, какой-нибудь причем самый абстрактный. Я же забыла. О! Американец! Что думаешь, что делать? Не знаешь вообще ничего? Мы вчера снимали ролик 100 заданий от блогеров. 3 часа ночи. А тебе? Вы все виделись? Когда мы были в парке, еще там на всяких тусовках, да, он хорош, прикольный, он круто вписывается, мне кажется, в их тусовку, как-то так естественно он там ощущается, как будто вот так и должно быть. Ну, никакого-то нету диссонанса, поэтому хорош, нормальный парень. Мы закончили, вот сейчас пару часов поспал и заново сниматься. А есть кто, чего ты боишься сегодня? Так что пока что отстанет меня, я отдыхаю. Понял. Удачи. Опа. Опа. Как думаешь, что это значит? Газовая камера. В этой самой студии, кстати, я снимал этот giveaway Моргенштерна на Белый Мерин. Так что я здесь как дома, здесь энергия Моргенштерна. Ну смотри, сегодня будет какое-то испытание на выдержку, скорее всего, правильно? На характер, на вот эти моменты. А я уже, по сути, все потерял. Мне терять нечего. А те люди, которым терять нечего, они самые страшные в борьбе, понимаешь? У них нет границ, ни моральных, ни физических. Унижение. Да давайте сюда. Жрать гусениц. Давайте сюда. Изменять своей девушке прямо, когда... Она будет стоять вот за этим стеклом и наблюдать это все. Стоп, подумай. Да, наполните осами, шершнями, блядь, эту комнату. Думайте страшно? Нет. Пусть меня ужалят и... Ксения Сода, ты меня уже нахуй выбешиваешь, съебалась отсюда быстро. Извините. Убьют уже эти осы. Меня уже жизнь достаточно ужалила. Для меня нету никакого страха в этой комнате. Единственное, чего я боюсь, что бежит. Ань, после стрима ПЖ в гости зайти Мурмур. Чё, бля, Серёг, ты ебанулся? Чё? Спасибо, привет. Не знаешь что? Какие это гости? Испытание на время. Вот когда испытание на время, ненавижу. Паника страшнейшая, все. В жизни спешку вот ненавижу. Я надеюсь, это будет вот нас посадят, и все, и на выдержку. Я, по сути, все последнее время сидел в такой же клетке, монтировал подкаст ДС. С Моргенштерном. На его напомни, рот. Для меня это мне, те же Серёг. Самые условия. Мне вот только компьютер сюда принесите. Меня это не напугает, поэтому, ну, у пацанов нет шансов. А еще, блять, важно, вот что с Ютубом произошло? Что-то мне объяснит. Это Илюха XL первый придумал воровать контент с Запада. И он делал это качественно. Что случилось? Почему все начали это делать? Ютуб превратился в помойку какую-то. Ну все, да, Ютуб, все, конечно. Я вот тоже думала там какой-то контент крутой снимать. Уже все и девчонки, и мальчишки,
и все уже девки тоже на ютуберские вот эти видосы. Ну, уже все, уже нету интереса. И Twitch тоже. Ой, мы тут разговаривали с чатом по поводу Твича. Это вообще, конечно, спускаться вниз опасно. Из челленджей. У кого круче испытаний, у кого больше масштаб. У кого больше бабок. Да, да, да. Где личности? Это гораздо интереснее. Блять, алло, проснитесь, мы не можем в это уходить. Аудитория, помогите, пишите всем остальным, кто снимает контент. Получается, а это список. Ярик, Дилблин, Бородевич. Кто там? Да сейчас все уже начали снимать. Да все снимают. Слава Бустер снимает, Бородевич, Костя. Ну, Илюх, это понятно. Из девочек кто начал снимать видосы? У Амины видосы, у Дилары видосы, у кого еще? Блять, даже девчонки реально снимают какие-то шоу-контенты. Гаечка снимает влоги. Я не знаю, кто еще. Блять, да хуя кто. Бустер, пишите все в комменты им, хватит воровать у Иксайла. Иксайл первый придумал воровать. Нельзя воровать у того, кто ворует. Мы превращаемся в цепочку какую-то ебаную. Ютуб заболел, ему нужен доктор, мне нужна камера, мне нужно спасти этот мир, мне нужно вернуть... Да не сегодня, но в целом. Надеюсь, всех, кто вот этот контент сейчас производит, вот в эту камеру посадят и газ. Эх, блядь. А мне силы накопилось за время неучастия в роликах, меня кто потянет. И в этом смысле. Когда начал? У всех участников у нас немножко технические неполадки. А в чем технические неполадки? Я, в принципе, технических... Наверное, кто-то не приехал. Не знаю, кто мог не приехать, но кто-то, наверное, не приехал. В вещах разбираюсь. В технических неполадках. Там по камерам что-то какие-то приборы отъебали. По камерам? Последняя гонка. Форсаж 8. На самом деле все, вот подкаст уже готов. Сколько хрон будет? 4 часа? 9, там, а что там легендарный подкаст у Фрамы с Моргеном? Что-то уже давно так я слушаю про это. Он у него не вышел еще? Он еще не анонсил ничего? Нет? Там же еще кто-то, где-то я читала в каком-то паблике. Кто-то еще, да, у Моргенштерна брал интервью не так давно. Собчак... да, Собчак. Ну, это я еще сомневаюсь. Легкий разговорный. Для всех моих зрителей это будет легкий просмотр. Это что за трусики? Ой, блядь. Стекло. Вы что, ебать? Только пришел. Тот самый байкер, который вот так на мотик, и у него здесь стринки, ебать. Леш, есть то? Что ты сегодня не выполнишь. Такая вещь еще существует в жизни. Чего-то боишься и не выполнишь. Если будут какие-то задания, я просто сразу уйду и все, типа, знаешь. Я хочу снимать лайфхаки, я хочу стеваться в прятках, я хочу пердеть в лифте, рассказывать анекдоты, но, блядь, сидеть в кубе 12 часов я не хочу. А если нам призовали лям долларов? Конечно, будь сидеть, значит. Да. Мы сегодня высидим лям долларов. Я хоть раздеваюсь. Ой. На камеру. Эй, повернись жопой. Я вообще лучше в прятках. Просто мне в очко залезается. Если я поднимаю руки, мне пизда. А подними руки. Что за хуйня? Это уже испытание какое-то? Смотри. Повязки на глаза. Я уезжаю. Охуенно. Да не вывез Волков. Надеюсь. Есть дизайнеры? Охуенно эту. Ну там стиля какого-то добавь, неровные порезки, вот эти обрывы. Блин. Да стой ты сейчас! Я без трусов буду стоять. Да все, ну хорош. Как на Илюхе рвать не надо. Я уже все. О, вот стиль. Это я чисто выгуливаю. Инстинктивно, мне кажется, то, что проиграть Леха. Блин, вот крысы, скажи сразу. Я не вписывал, вот честно скажу, я не вписывал в сценарий пауков, но просто то, что вы подаете свой страх, и Андрей это видит, он закажет пауков. Нет, так Андрюхе это не говорить. Заказывай пауков. Не надо, ну не надо. Я слышал, что сейчас 6 пауков в комбинезонах будут с нами соревноваться. Нет, это по-любому пауки, которые боятся холода, их надо будет внутрь, вот сюда и вот. Ярика просто жалко было бить. Ой. Ой, какой, ой. Здесь, вот он. Ну. Тенюшка.
Неплохо, нормально, небольшая нарезочка у нас такая произошла. Чат, что мы с вами делаем? Мы идем фильм смотреть? Как будто надо фильм посмотреть, да? Как будто фильм и... Сколько он идет? Сейчас, да, я гляну. А, тут...